Всем привет, 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 привет! А мы начинаем новые закупочки. У нас сегодня не густо. Мы ходили в Лидл, мне нужна была мука. Вот 5 килограмм муки. Стоит, я уже говорила, 2,90. В общем, 5 килограмм стоит 2,90. Сахар. Здесь тоже 2 килограмма. Ну, заодно они рядом стояли. В общем, заодно взяла. Значит, сахар стоит евро 55, по-моему. Так, есть. Дальше. Два пива. Давно не покупала. Значит так, два пива. Пиво легкое, я уже говорила, оно практически без алкоголя. Вот у нас количество алкоголя в пиве. И стоит оно 50 сантимов. Одна банка. Так, сметана. Сметанка у нас здесь пол-литра. И ее стоимость евро 40. Так. И еще купила вот такую чернику, замороженную купила. Ну, во-первых, мне с ней проще работать, а во-вторых, у нас в размороженном виде в сыром только голубика продается, черники нет. Значит, черника стоит 3 евро 10 сантимов за полкилограмма. Здесь нету вишни, а я очень хочу вареников. В общем, хочу вареников с черникой. У меня закончились полотенца. Я такие полотенца еще не брала ни разу. В общем, вот какие-то такие, они совершенно дешевые. Стоят евро 30 или евро 40, вот эти 4 полотенца. Ну, они такие, небольшие. Но это так, пока я не дойду, конечно, до следующего магазина, там, где мои любимые продаются. А эти просто были рядом, потому что у меня вчера закончились полотенца. А мы продолжаем с закупочками. Мой муж сходил в магазин и принес мне вот такие подарочки от зайчика. Помните, как в детстве что-нибудь приносит там папа или дедушка? Говорит, это от зайчика. Вот и я сегодня получила от зайчика голубику, вот такую клубничку и вот такую малинку. Вот такая я довольная сегодня. Ну, я, естественно, в долгу не осталась. Я ему купила сегодня вот такое миндальное молочко без сахара и лактоз-фри. Ну, в смысле, безлактозное. Вот так вот мы сегодня прогуливались. Ну, я в одну сторону, а он в другую. Ну, вот, в общем, он купил мне, а я купила ему. А мы продолжим наши покупочки. У меня сейчас муж вернулся из магазина, и вот что он купил. Так, это у нас опять авокадо. Так, авокадо, это у нас лук. Как-то он называется. Короче, красный лук. Ну, вы знаете, да? Красный лук для салата. Так. Сладкая кукуруза. Изюм. Изюм здесь 250 граммов. Соль, потому что закончилась дома. Так, вот помидоры. Один отвалился. Вот так был. Так. Вот такой один огурец. Я не люблю эти огурцы, но... К сожалению, других в Лиделе они не продаются. Ну и вот такая вот халон сода. Обожаю. Это для меня. А я продолжу с покупочками. Вот купила, называется Блёбар Соппа. Значит, это типа нашего киселя из черники. В общем, захотелось мне, купила. Так, и купила вот такие вот стикеры новогодние. Не знаю, как вот тут совы, сердечки, олени. Грибочки, елочки и ангелочки. Всего их 30 штук. А у нас сегодня вот такие покупочки. Это сыр буйволиный, или как это сказать, из буйвола, болгарский. Значит так, это вот я вам рассказывала уже, это рисовая каша, которую я потом дорабатываю немножко. Это у нас куриный бекон, голубика и паштет. Это сегодня мой муж ходил в магазин. Так, также вот такая маисовая кукурузная, я ее называю, кукурузная курица, баклажанчик и два вот таких перчика. А я тоже сегодня ходила на прогулочку. И вот что я купила. Я купила сегодня вот такой красивый зеленый лук. Очень красивый. И я была в турецком магазине. Значит, два вот таких пучочка зеленого лука стоят 1,5 евро.
Так, я купила два вот таких здоровых лимона. Они тоже стоят 2-1,5 евро. У меня сегодня день 1,5 евро. Значит, и вот такой вот салат. Салат айсберг шведский. Значит, он тоже стоит 2-1,5 евро. Но, так как у нас сегодня на обед была рыба и был салат, в салат входит вот этот салат айсберг, картошка, лук и лимонный сок из одного лимона. Поэтому уже одного нет и второго нет. Поэтому показываю вам только частично, но и так все понятно. А мы продолжим с покупочками. Вот сейчас мы вернулись из Лидл с мужем. В общем, вот такая мука. 5 килограммов. Цена ее 29 крон. 2,90 евро. 5 килограммов. Дальше. Дальше лимоны. Ну, экологические. Прям страшное дело. Значит, стоят они, по-моему, 2 евро. Вот этих 3 лимона. Я не знаю, сколько тут есть. Наверное, да, здесь полкилограмма. Так. Сорт Эврика. Еврика. Ой, господи, Эврика. Даже не знаю, кто. Ага, Испания, Мурсия. Понятно. Так, дальше. Мороженое. Мороженое со вкусом ванили. Потому что мой муж не кушает мороженое. Он не любит ваниль, поэтому мы его покупаем со вкусом, без ванили. Просто с запахом ванили. Ну вот, хотела вам привести пример. Мы все купили, я пошла снимать свои бусы рядом с домом, парк. И муж пошел домой. Я же не сказала выгрузить мороженое, поставить в морозилку. Вот так оно и стояло, ждало, пока я погуляю. Вот, пожалуйста. Взрослый мальчик. Значит так, яйца. Вот эти яйца, их здесь 20 штук, это датские яйца. Они стоят 3,60, вот эти вот, короче, яйца стоят, 20 штук. Так, что мы еще купили? Сметана. Вот такая вот сметана. Я не помню, сколько она стоит, но я уже говорила. Значит так, вот такой сидр. Он безалкогольный, он типа лимонада. Это называется грушевый напиток с сидровым характером. Вот такой. Так, это любит мой муж, а это люблю я. Это у нас малинка. Ну, в общем, вот так вот мы сегодня сходили в Лидл. Больше ничего. А у меня сегодня опять Ванесса в гостях. Будем с ней чай пить. У меня чередуется. Один раз Ванесса, один раз Мелани. Один раз Ванесса, один раз Мелани. Ну, в общем, в этот раз Ванесса. Я говорила, они стоят очень дешево. Здесь 400 граммов. И они стоят всего-навсего 3 евро. Сейчас я открою и покажу. Почему я пристрастилась к этим конфетам? Ну, они очень-очень сильно похожи вот на то ассорти, к которому мы привыкли. Очень вкусно. Здесь есть и с орешками, и вот эти вот с ликерчиком. Ну, в общем, все они очень-очень вкусные. С очень вкусной начиночкой они все. Поэтому я вот к ним так пристрастилась и частенько их покупаю вот к чайку. Так, показываю вот такие лепешки. Это из нашей пекарни на углу нашего дома. Это лепешки иракские. Я не знаю, как они называются. Их здесь в упаковке специально разодрала показать. Их здесь 4 штуки в упаковке. Они такие довольно-таки мягенькие, вкусненькие, еще тепленькие. И стоят они, по-моему, 4,50. Вот эти вот 4 штучки. Очень-очень вкусные. А мы продолжим с покупочками. В общем, сегодня в магазине были 2 раза. Один раз я ходила сама. И второй раз мы ходили с мужем в магазин. Он уже был свободен. И мы сходили вместе в магазин. В общем, показываю. Сейчас я посмотрю, сколько стоит у нас эта печенка куриная. Потому что я не помню. Значит, вот такое мясо. Это биточек. Вот с этой стороны лучше видно. Да, вот видно, это биток. Значит, здесь у нас кило 100. И стоит он 7 евро килограмм. Вот этот вот биток стоит. Так, есть. Значит, дальше. Вот эта куриная печенка. Их здесь 2. Она замороженная. И стоит она евро 80. Дальше. Ну, мой любимый лимонад. И стоит он евро 20. Вместе с бутылочкой. Значит, вон там 2 бурека.
Значит, один бюрек стоит 2,50. Я покупала к ужину. Так, дальше мочалки. Мочалки вот такие, прям радуга. Они очень дешевые, 10 штук стоят. Премиум класс, вау. Они стоят всего-навсего евро. Мед. Мед стоит 3,50. Это украинский мед, мы его часто берем. Ну, вот в этот раз такой. Принесла я его некрасиво. Так, дальше. 4 евро счет бульон. Это такие мясные тефтельки. 4 евро килограмм здесь. Так, шведская морковка из турецкого магазина. Здесь тоже 1 килограмм, вот шведская морковка. И стоит она по акции всего-навсего 80 сантимов. Конечно же, я ее купила. Она такая не очень крупная, но в принципе нормально, как пойдет. Можно было брать 2, 2 стоит 1,5 евро, но мне 2 не нужно. Мне 2 килограмма зачем? Зачем столько? Значит, смотрите, какой шикарнючий я купила сегодня салат. А все же для моего мужа стараюсь. Он так любит такой салатик. Но этот салатик, насколько я понимаю, это испанский. Вот красивый такой, прям как капуста. Значит, 2 стоит 1,5 евро. Если брать один, он стоит дороже. А 2 стоит 1,5 евро. Ну, я взяла 2, потому что он, ну, такой прям красивый. Я не выдержала и купила 2. Дальше. Ну, мой муж капусту кушает, салатик, а я вот... Нехороший человек, кушаю вот такую гадость. Короче, это мармелад. Давно его не было в продаже, он стоит евро. Но вот я купила себе аж целых 2 штуки к чаю. Так я за ним соскучилась. Его несколько месяцев не было в продаже. Не знаю, где он был и почему его не было. Так, пачка масла. В этот раз масло из Даларны. Не знаю, вот это масло стоит 4 евро полкилограмма. 82%. Средней солености. Это... Ну, как это сказать, вот, нормаль сальт. Ни соленого не было, было только экстра сальт. И вот это. Значит, кабачки, мои любименькие кабачочки. Покажу, вот такие красавчики. Значит, цукини стоят 1,5 евро килограмм. Сколько здесь, я не знаю. Ну, тяжело было везти. Значит, так, постное масло. Постное масло из турецкого магазина. Это из какой-то... Из какой-то нашей страны, такой славянской, я имею в виду. Сербия. Вот это Сербия, и это подсолнечное масло. Я там, кстати, украинское масло иногда покупаю, когда есть. Значит, рафинированное масло подсолнечное, и стоит оно 12 евро, вот это вот 5-литровая бутылка. Вот, никаких акций на них не было, иногда на них бывает акция на такие масла, и оно стоит, ну, 9-10 евро, ну, сегодня 12, ну, уже. Уже на 4, на 5 литрах это уже не так важно. Дальше. Картошка. Ой, картошки я взяла почти 3 килограмма. Красивая картошечка сегодня такая, прям супер. Такая вот. Вот такая симпатичная, без всяких... Ну, картошку можно самому отобрать, какая тебе нравится. Картошка стоит 80 сантимов килограмм. Это у нас куриные четверти. Вот. Здесь 2 килограмма. И стоят они, даже смешно сказать, 2,50. Но это клубная цена. Так они стоят 5 с чем-то. А для нас, для клуба, их можно там брать не больше, там я не помню. 2 или 3 пакета можно брать их всего. Ну, мне одного достаточно. Здесь целых 2 килограмма. Курицу люблю только я. Мой муж курицу любит очень условно. Он ее практически не ест, вот только когда делает курицу с горошком, это ему нравится, а так из духовки он такое не любит. Ну или вот я люблю там пожарить, зажарить, отварить, не, он такое не любит. Ну, в общем, короче, 2,50, 2 килограмма, это вообще, по-моему, просто бесплатно. Так, бананы. Бананы стоят евро 20 или евро 30, ну, неважно, евро 29, типа такого. В общем, короче, вот такие бананы, голд бананы, откуда они у нас? А, Коста-Рика, господи. Значит, вот такие бананы. Эти такие вот они немножко. Но они все такие были. Я вот нашла один. Вот такой поспели. Хотела его съесть, когда выйду из магазина. Но он был так глубоко спрятан. В общем, что я его принесла домой. Так мне что-то захотелось банан. Так. Две вот таких курицы. Это курица, да, вот кукурузная курица. Майя Шиклин. Значит, курицы у нас почти по 1,5 килограмма. Тут пару граммов не хватает до 1,5 килограммов. Значит, и курица тоже в акции. Для нас,
для которых, которые члены клуба, эта курица стоит 4,50 килограмм. Ну, я считаю, что для такой курицы это нормально. Так, курица, кстати, очень вкусная, желтенькая. Я такую курицу всегда беру, когда холодец варю. Так, ну и лотерея, яйца. Брала один, 4 евро стоит. Сегодня, наконец-то, я внимательно рассмотрела. 4 евро стоит вот эти яйца. Ну, как обычно. Одно вот такое некрасивое, вот с такой штуковиной, не знаю, видно, не видно. Ну вот. Ну, ничего побитого нет, вот такие вот яйца есть. Покрупнее есть, помельче. Ну, вот такие, короче, нормальные, пойдут. Вот такие у нас были с вами закупочки. Я думаю, на этом мы закончим. И перейдем к новым. Всем огромное спасибо, кто меня смотрел. Ставьте лайки, дизлайки. В общем, активничайте. Всем огромное спасибо. Пишите комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста. Ну все. Всем всего самого-самого наилучшего. Всем пока.